Очередное мероприятие, направленное на развитие межпарламентского сотрудничества Узбекистана и Японии, состоялось в Токио. Участники заседания Лиги дружбы во главе с ее председателем, заместителем премьер-министра и министром финансов Японии Тараса обсудили перспективы взаимовыгодных отношений двух стран. Об этом подробнее Наргиз Шаисламова. С момента последней встречи членов парламентской лиги дружбы Узбекистан-Япония прошло полтора года. Нынешняя, третья, имела особое значение. Представителями узбекской стороны отмечалось, за этот период проведены мероприятия различных форматов, а тематика встречи и переговоров охватила столь широкий спектр направлений тем, что эксперты пришли к единодушному мнению. Сотрудничество будет продуктивным и взаимовыгодным. Мы много думаем над дальнейшим развитием двусторонних отношений между нашими странами. Скоро Японию с официальным визитом посетит президент Мирзиёев, и мы очень ждем этого события. Хочу сказать, Самарканд, который я посетил, является колыбелью мировой цивилизации. Многие японцы мечтают хотя бы раз за всю жизнь побывать в этом городе. Сейчас налажены прямые авиарейсы между двумя странами. По телеканалам Японии широко освещаются ваши города Самарканд, Термез, Бухара. Этим мы хотим показать красивую Узбекистан гражданам Японии и тем самым развивать туризм. В следующем году в Токио пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры. Узбекистанцы, приезжайте и вы. Узбекистан и Япония – стратегические партнеры. И мы готовы и впредь развивать наше сотрудничество во всех сферах. Наше сотрудничество с Узбекистаном набирает обороты. И, конечно, лидерские качества президента Узбекистана очевидны. Ваша страна развивается. Мы с нетерпением ждем новых инвестиций. И мы также возлагаем большие надежды на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами. Членами узбекской делегации подчеркивалось, за последние три года показатели партнерства в топливно-энергетическом комплексе, транспортно-логистической, сфере IT-технологий, туризме демонстрируют рост показателей. Они превысили 4 миллиарда долларов. Впервые на рынок гостиничного бизнеса Узбекистана вошла крупнейшая японская компания. Работа по строительству инновационного отеля в Ташкенте уже начата. Это лишь один из проектов. Наше министерство в основном занимается развитием инфраструктуры, транспорта и туризма. Мы хотели бы укрепить наше сотрудничество, встретиться с заместителем министра вашей страны, чтобы обсудить дальнейшее партнерство. На заседании отмечалось, предопределяющую роль в развитии двусторонних стратегических отношений играют политика открытости современного Узбекистана, масштабы и прагматичность реформ, усилия, предпринимаемые для создания режима наибольшего благоприятствования инвесторам и бизнесу. Подчеркивалось символично. Первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в страну восходящего солнца состоится в период начала эпохи рейва и даст импульс более продуктивному партнерству. Наргиз Шаисламова, Истедот Усманов, Токио, Япония. Специально для телеканала «Узбекистан-24».